Как это у тебя уже был? Тихо! А голову ты волков не забыл? А голову ты волков не забыл? Ты что, крутил? Мысли угадываешь? Ну да. Экстрасенсорика, телепатия. Мысли читаю на расстоянии. Гонишь. Девочки так себя не ведут. Солокина, девочки так себя не ведут. Ну, крути волков. Слушай, а как это так? Все успокоились. Тренировался? Да ты тут тренируйся, не тренируйся. Это же природный дар. Коудемов, ты что-то там разговорился. Иди-ка сюда. Расскажи нам, почему Герасим утопил Муму. Все покажет. Он экстрасенс и телепат. Давай. Сейчас он все в ее голове прочтет. Давай, покажи, покажи. Мы тебя ждем. Давай. Иди. Муму. Когда ты будешь исправлять свои двойки. Коудемов! Ну сколько можно валять дурака? Анна Ивановна, ну можно мне последнюю попытку? Что? Ну, пожалуйста. Ничего не знает. А-а-а, вот почему он у нас все время спрашивает. Точно.